Дорогие друзья, всем привет, с вами Богдан. По многочисленным просьбам мы возвращаемся в Windows Server, потому что там вышло какое-то обновление. Хотя в описании ничего не написано такого, но, мол, мне писали, там и текстуры поменяли, и что-то там еще поменяли. Поэтому глянем. Я, в принципе, рад посмотреть на Свендрину еще раз, потому что... А что еще остается делать? Ведь она больше не выходит. Но что хочу сказать, когда девелопер обновляет какую-то из Свендрин, то это означает, что скоро выйдет какая-то новая игра. И... Я не знаю, мне кажется, даже и двух попыток не надо угадать, что выйдет, скорее всего. Но я себя морально к этому потихоньку готовлю. Поэтому погнали. Кстати, да, были правы люди. У меня только один вопрос. А нафига он постоянно меняет графику? Добрый день. Почему он постоянно меняет здесь графон? Он, по-моему, именно эту Свендрину постоянно в ней что-то меняет. Графика действительно, по-моему, поменялась. Пол, потолок так точно как-то по-другому выглядит. Да и стены тоже. Чего? Не понял. А где она? Ну это не ты, типа. Это ты, понятно. Что за хуйня? Ладно, идем. Идем. А, вот теперь я тебя вижу. А что с тобой было 5 минут назад? Так, давайте книги искать. Блин, тут вот эта карта долбанная. Добрый день. Здравствуйте, я про вас забыл. Но как-то оно уже не страшно. Вроде как и помнишь, вроде как и нет, но как-то оно не страшно, но вот что это было? Пару секунд назад, даже погромче сделаю. Так, дверь заперта, хорошо. Дверь заперта, идем дальше. Я не помню, можно было ли тут бегать. По-моему, в этой игре бегать нельзя было. Вот здесь прям бег такой очевидный есть. Раньше мы просто вот так ходили. Но чтобы мы бегали, я не помню. Давай, опа! Ух. Спокойно. Я медиум режим включил, так чисто посмотреть. Можем и хард включить чуть позже, если быстро пройдем. Но посмотрим. Пока, в принципе, все нормально, все работает. Графика вроде бы поменялась. Не могу понять, я зачем он это постоянно делает. Типа, чтобы оно было или нет. Зачем эту графику постоянно трогать? Я понимаю, перепрошить там, чтобы на более высокие андроиды, телефоны подходило. Потому что много старых игр... Они так и остались где-то в прошлом, потому что у многих уже нормальные, хорошие телефоны, и включить на них эти игры банально не получается, потому что они слишком старые. Вот так это бывает. Пока что только две книжки нашли, очень печально. Поэтому идем дальше. Вот, третья книжка. Собираем дневнички. Нормально, в библиотеку все нужно. Все собираем. Ну, блин, я, правда, на этом телефоне, по-моему, еще ни разу ни в одну из Свендрин не играл. И мне прям нравится, прям вообще не виснет, идеально работает. Четвертая книжка. Свендрина, кстати, давно не появлялась. Меня это очень настораживает. Что-то там закрылось. Что-то там закрылось, пойдем. Пошли. Не помню, что мы в этой части бегали. Может, я реально давно не играл. Что прям позабывал все вокруг. Вот только я сейчас... Вот... Бляха-муха. Ой. Вот за это Свендрину и люблю. Все равно никак не привыкнешь к тому, как она тебе перед ебалом появляется постоянно. К этому никогда не привыкнешь. Кровяка, нормально. Вот как бы и вроде и знаешь, что от нее ждать, да, и ничего такого, но все равно. Здравствуйте. Чё орешь? Разоралась. Вот чё девелопер в бабку такого не добавляет? Этих всех всяких скримаков, криков. Ну было бы прикольно.
Ну, хотя за деда с дробашом и то спасибо. 5 из 8 книжек. Здрасте. Все нормально. Так, где-то тут у нас запертые двери были. О, я это помню. Так, здесь книжка есть. Раз. Где-то тут ключ еще может быть. А еще где-то тут ведро летало, по-моему, не? Еще одна книжка. Почти все собрали. Понимаю. Вот тут был ключ. По-моему, где-то тут ведро должно было улетать, не? Да не может быть. Но я помню, что тут ведро летало. Или это в другой части было? Блин, я прям клянусь, по-моему, где-то тут летало ведро. Не? Ну ладно. Нет, так нет. Ух ты, блин. А что ты так главный персонаж сразу поворачиваешься? А ты чё не... Не понял. Его аж переклинило на секунду. Можно какой-то бит сбацать прям на это. Я немножко переборщил, но ладно. Можно прям песенку какую-то на этом сделать. Хорошо, погнали на харде тогда. Медиум не прошли, одной книжки не хватило. Гоу на харде. Хотя я не знаю, что-то он намудрил тут. Девелопер. Такого раньше точно не было. Блин, я же на нее посмотрел, а чего она вообще не пропадала? То есть это к ней в упор теперь надо подходить? Типа за полочками не считается? Что-то какая-то фигня. Так. В стенах лазит, капец. Термит, бляха. Кто там в стенах лазит? Крысы? Кто? Ну, на крысу она похожа немного. Все знаем, что она рысь. Поэтому пошли. Блин, я тут реально потерялся уже. Я не помню, как тут. Здравствуйте. До этого я не помню. Хотя, по-моему, я вроде как помню. И помню, что в прошлый раз я тоже сказал, что я не помню. А вот сейчас я тоже не помню. Я попробую разобраться в том, что я сказал. Ключ есть. Конечно, наверное, зря я поставил хард. Но попробуем что-то сделать. Блять. Я как раз в последний момент вспомнил, что тут такая фигня есть. Что это за плазмоид летает? Он пропал. Слендринка. Опа. Что такое? А где Слендрин? Опа. Нет, никого нет. Так, давай попробуем выйти в центр куда-то. Нет, не сюда. Где она? Я просто сейчас себе звук прибавил. Сейчас она как мне долбанет в ухо. Странно. Блин, я потерялся в этом лабиринте. Я не знаю, куда идти. Нормально, гром гремит сзади прям. Вот где я? Где я нахожусь? Ау! Так, вот это уже что-то знакомое. Так, о, хорошо. Хорошо. Книжка. Смотри, она пропала. Ключ использовали. Нахера вопрос? А чтоб было? А чтоб было? Просто так открыли комнату. Нафига? Непонятно. А где Сундрина? Да не ты, а другая.
А вот это было? Я такого скримака не помню. Либо реально что-то новое добавили в плане скримаков, либо я нахрен все позабывал. Вот и все. А где Свендрина? Я хард включил, как бы не... Не режим призрака, а хард. Там он башка летает, все нормально. А Свендрина где? Ау! Ничего не понял. Вот здесь, кстати, должна была быть... Ну вот это да. А где ж тут... Ну она, короче... Во! Ну давай, расскажи мне о своих грехах. Так, куда ты делась? Ну понятно, сразу... Ага, да, я понял. Чуть что о грехах, сразу мы исчезаем, нормально. Не, ну это было похоже просто за дверцей, типа в кабинке там. Покаяться пришла. Блин, это странно, а чё она не пропадает? Это ненормально. Это какая-то аномальная Свендрина. Типа новая часть? О, книжка прям по дороге. Нормально, бросаются. А чё ты такая жесткая стала? Я не понял. Тебе что, одного раза, одного взгляда моего мало, чешу? Или мы так давно не виделись, что ты пытаешься меня хорошенько разглядеть? Ну, явно что-то поменялось в игре. Я не спорю. Так, 5 из 8 книжек. А где остальные искать? Пошли туда. Мы там еще не были. А что не говори, а после каждой обновы интересно в эту Свендрину играть. Да в любую. Какую бы не обновляли. Интересно посмотреть. Ну, слава богу, хоть Свендрина проснулась. Отдохнула, наверное. Отдохнула. Так, и куда, и что? Блин, эти лабиринты мне... Прям выводит. Вот это куда дверь? Тихо. О, пропало, хорошо. Одного взгляда хватило. Это меня очень радует. Вот здесь я был, да? Нет. Я... Чё, не понял, подожди. Во-первых, здесь никто не пробежал. Тут двери были изначально открыты, по-моему. Точно я не скажу. Потому что я что? Я не помню. Использовал ключ. Опять спрашивается, нахрена? Ведь там нифига нету. Здрасте. Нормально. Орут, бляха, кидаются на меня. А где все книжки? Алло, 5 из 8. Что такое? Вижу книжку. 6 из 8. Уже хорошо. Идем дальше. Так, вижу еще одну. Блин, и сейчас я... Во, я ж про это ведро говорил. Во, полетело, хорошо. Значит, я не дебил все-таки. Так. Не. Книжку дайте, пожалуйста. Где она? Так, стоп, ключик. А где она там? Слушай, родная, ты меня пугаешь. Ты где вообще? Блять. Так, книжку одну найти. На харде. Ну, учитывая, что половину харда мы пробежали просто так, и вообще не было. Ну, это же не моя вина, правильно? Я-то не виноват. Так, а где у нас есть еще запертая дверь? Вот тут мы везде пробежали. Это хорошо. Это хорошо, что хорошо. А давай дальше пойдем. Давай пойдем дальше, глянем, что еще есть. Ага, что?
Тихо, нет, не надо. А, тут я был. Хорошо, я понял. Здесь я был. Все, возвращаемся. Блин, я запутался. Вот это там дверь, да? Дверь. Там дверь. А дальше что? Да, на, блин, а куда идти? А где последняя книжка? Вот это вечная проблема. Ага. Это я сейчас выйду на центр. Ну надо сходить. Блин, все одинаковое нафиг. Все. Вышли. Я не понимаю, что такое? Все с тобой хорошо. В стену улетает, бляха, хоть смотри на нее. Кирпичник ебаный. Так, хорошо, давай тогда здесь пытаться что-то найти. Если нет, возвращаемся в то крыло и пытаемся найти что-то там. Хотя я, конечно, сомневаюсь. Знаете, эта книжка по-любому где-то в комнате за дверью находится, которую я пропустил. Теперь полчаса ее ищи. Так же всегда было. Было, есть и будет. Вечно у меня с последней книжкой проблемы какие-то. Вот здесь все, здесь пусто, Свендрина меня тут в уголке не встретила уже, хорошо. Она меня может спереди встретить, как мы уже увидели. Не? Тут книжек вроде бы нету. Здесь я был. А вот там я тоже ходил. Блин, значит где-то в той части. Значит где-то в той части. У меня как раз один ключ есть. А. Дай смотри на спать лягу, чешу. Что так все просто? Что так все просто? Ты где? Ну как-то неинтересно. Я тут раз в пятилетку к тебе захожу в гости, а ты берешь и куда-то уходишь. Так нельзя. Так не делается. Это некрасиво вообще-то. Возьму и вообще не буду к тебе приходить, ясно? Ну все, ее нету. Вот это самое плохое, когда она пропадает вот на такое длительное время. Никогда не знаешь, в какой момент она может обратно появиться. Это надолго. Это все надолго. Так, хорошо, давай по порядку. Где мы не были? Где-то же мы по-любому не были, либо где-то что-то пропустили. О, вот этот вот какой-то длинный. Здрасте, здрасте. Угу. Ты типа ждала, я понял. Я понял, хорошо. Ну все, а нафига мне ключ еще один? Что там не открыто? Да в принципе пофиг. Или не пофиг? Да пофиг, пошли отсюда. Пошли попробуем найти дорогу домой. Я вроде уже как-то сориентировался. Смотри, на нигде нету. Все нормально. Так, ну в принципе все. Все, Свендрина, пока. Мы на этом заканчиваем. А что это со мной только что было? Че я начал крутиться, как юла в конце? Я что-то танцевать начал от радости, чешу, я понял. О, 7000 поинтов. Хорошо, можно будет открыть какие-то другие карты. Но это уже потом, если что. Все, ребят, на этом все. Всем спасибо, всем пока. Вот такое вот обновление. Очень-очень интересное, я бы сказал. Со Свендриной явно что-то они не так сделали. Раньше такого не было, по-моему. Все, ребята, всем спасибо, всем пока.